больше. Эстрада — это просто место, где люди выступают. И само понятие эстрада, оно очень ёмкое. Это артисты самых разных жанров. И джаз — это одна из основ. И мы сейчас вам это продемонстрируем. Как можно в жанре боссановы. А боссанова — это бразильская музыка, которая пришла в 60-е годы в мир. Никто ее не знал. Эту музыку принес мир, опять же, саксофонист Стэн Гетц, замечательный музыкант, который услышал эту музыку в Бразилии, и открыл ее мир. Он спустил ее по радио, записал, и Босанова, Антонио Карлоса Жобима стали известны на весь мир. Сейчас мы вам сделаем небольшое попури, как можно без Босанову, ну, скажем, вы все поймете сами. Это будет, мы начнем с Александра Игоревича. Александр Игоревич, дело в том, что Александр Шевцов — это композитор, много не мало. Он пишет мюзиклы. Что вы еще пишете, Александр? Сколько у вас капитанская дочка идет? Лет. Лет. 8 лет идет. Да сколько было уже постановок? 100 постановок. Что, 100 спектаклей. 100 спектаклей уже прошло, понимаете? Капитанскую дочку. Где идет она? В Костроме. В Костроме идет. 100 спектаклей уже прошло. Выдерживает. Это малый Толик, на самом деле он потрясающий джазовый гитарист, но в то же время пишет аранжировки и пишет музыку. Это хорошее, как бы сказать, это помогает, одно другое дополняет. Саша всегда очень приятно музицировать, потому что он умеет аккомпанировать очень изощренно и очень по-разному. Поэтому мы сейчас покажем вам микс Антонио Карлоса Жобимы и Евгения Крылатова. Да, можно, да, Крылатова, Жобима, почему нет? В наше время модно все смешивать. Мы покажем. А наши музыканты нам помогут, что сказать. Аккуратненько. Начнем с Александра, а вы там подкладываете. Основная надо помажоры. Музыканты импровизируют джазмены. В чем наша прелесть? Никогда не знаем, чем дело закончится. Но обычно всегда все хорошо. И начнется тоже. На нас для этого учили много лет, вот поэтому все будет хорошо в любом случае. Да, да. Thank you.
исполнял музыку композитора Гладкова с оркестром. Можно вам из Гладкова сыграем? Thank you.